Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами делаем винегрет. Для его приготовления нам понадобится картофель, я его уже отварила, вареная свекла, отварила морковь, луковица, потребуется квашеная капуста, у меня вот такая, готовая в баночке, если есть домашняя, прекрасно. Маринованные огурчики. И вот такая маринованная фасоль. Первым делом нужно измельчить наши овощи. Нарезаем мелко огурчики. Мелко нарежу лучок. Но лучок это на любителя. Кому нравится, добавляйте. Нет, не добавляйте. Но с луком вкусней. Теперь я добавлю фасоль. Слила жидкость, в которой она находилась, и добавляю. Вот в капусте вот столько сока. Он нам не нужен. Добавила капусту. Все, все ингредиенты у нас уже теперь собраны. Нужно все это перемешать хорошо. Затем мы солим, перчим и добавляем растительное масло. Я добавлю рафинированное душистое растительное масло. Но здесь, конечно, выбор за вами. Какое масло любите, такое добавляйте. Еще маленький совет. Когда вы будете отваривать свеклу и морковь, посолить нужно обязательно и добавить 1 чайную ложку, как минимум, сахара. Тогда овощи будут немножко сладить, а капуста и огурцы давать кислинку. И в общем сложится вкус нашего салата. Вот теперь я добавлю масло. Я взяла душистое. Нужно теперь все перемешать, и салат, винегрет должен настояться. Винегрет готов. Точное количество ингредиентов я укажу под видео. Всем приятного аппетита!